Привет, с вами Сергей Чураков, и в этом видео я покажу вывод денег из компании Access Marketing на карточку от компании Евросеть, карточка MasterCard, называется Кукуруза. Вывод работает так же, как и последние 9 лет в этой компании, я 5 лет отсюда вывожу деньги. Итак, давайте по порядку, для тех, кто все-таки не въезжает, напомню. Вывод осуществляется, вот здесь мой аккаунт, щелкаете обзор, дальше сначала деньги отправляете на Vcash, вот ваш номер Vcash, кликаете сюда вход, дальше с Vcash вы отправляете на eWallet. Смотрите предыдущее видео, я уже повторяться не хочу. Единственный нюанс, так как новый интерфейс у нас на eWallet, покажу с eWallet, как отправить на свою карточку. Значит, вот это номер карточки, номер счета и eWallet. Нажимаете вход. Вводите сюда номер счета, вставляете. Дальше вставляете пароль. Нажимаете вход. Сейчас eWallet сделал дополнительную защиту. То есть у вас будет три вопроса. Надо выбрать, нужные вам вопросы и поставить ответы. Естественно, запишите на бумаге. Это такие новшества, которые появились в июне 2015 года. Раньше этого не было. Дополнительная защита. Так, теперь дальше. Я, так как буду выводить на карточку на новую MasterCard, на свою местного банка, нажимаю «Вывод средств». Дальше, вот здесь выбираю. Так, на Kiwi выводить я показывал уже. Как-то видео смотрите. Дальше вот здесь кредитная карта есть. Нажимаете на кредитную карточку и вводите данные. Информация о кредитной карте. Здесь пишите срок действия этой карточки. Так, имя, фамилия должны соответствовать владельцу карточки. Здесь пишите номер карточки. Так, заполнили свои данные, здесь вводите пин-код транзакции и дальше нажимаете кнопочку «Продолжить». То есть, таким образом мы привязываем сначала карточку местного банка. Нажимаем «Подтвердить». Дальше нажимаете кредитную дебетовую карту. Так, далее, вот здесь вы можете название счета сменить. То есть так кликаете «Сменить» и придумываете название. Ну, я назову, допустим, карта «Кукуруза». Кукуруза. Кукуруза. Нажимаю «Продолжить». Завершить. Вернуться к обзору. То есть где-то вывод средств. И видите, она уже поменяла название «Кукуруза» и номер карточки, последние там 4 цифры. Далее, для вывода денег я нажимаю, то есть выбираю карточку уже введенную, нажимаю «Выбрать». Баланс моей карточки, в общем-то, здесь комиссия идет 4,5 доллара, потому что я выбираю вот этот вариант. Потому что у меня карточка рублевая. Если у вас карточка в долларах, значит выбираете галочку, ставите вот здесь. Я ставлю здесь галочку. И нажимаю «Продолжить». Здесь принимаю, здесь тоже принимаю. Здесь автоматически у вас вставляется сумма уже максимальная. То есть было у меня там 70 с чем-то. Сейчас вот за минусом комиссии 4,5 доллара. Далее галочка. Здесь ввожу пин-код и здесь нажимаю «Продолжить». И все. Нажимаю «Перевести сейчас». Выполнено. Теперь дальше. Транзакции, отправленные после 16:00 восточно-поясного времени, будут обрабатываться на следующий рабочий день. Обработка этой транзакции займет от 3 до 7 рабочих дней. То есть рабочие, это понятно, суббота-воскресенье не учитывается. И дальше переведенная сумма 66, выполнена, осталось деньги получить. И нажимать «Вернуться к обзору». Все, деньги улетели, осталось их
получить на свою карточку и потратить. Понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, участвуйте в компании Access, зарабатывайте вместе с компанией Access. С вами был Сергей Чураков.